Мне 19 лет. Работаю. Пока не учусь, только работаю. Летом собираюсь поступить. Где работаете? Кем работаете? Работаю официантом в кафе «Кореане» фамилия. Я там уже почти год работаю. Когда дали работать именно заведением, четко, начали мы тогда работать с 8 до 8 вечера. Вот тогда, получается, вышел какой-то этот, статья или кто-то сказал, что вот собака помогает, покушайте его, и после этого очень большой спрос пошел, типа вот, типа у нас слишком много уходило, но рекорды были, скажем даже, потому что у нас больше ничего не продавалось, прям могу сказать, редко что-то другое продавалось. У нас на выносы работали очень много, в больнице очень много заказывали. Например, в одну больницу, например, 10 литров или 20 литров просто уходило. Каждый день по 100 литров этими мы варили, там, получается, варили собаку, 5 раз. Собака же, скорее всего, за ней ухаживали, то есть это где-то специальное место, наверное, чтобы... А у нас, получается, есть такое место, где выращивают собаку. Собака должна быть обязательно с детства выращивания, кушать только рис давать ее. Потому что внутри у нее все очищается и чисто, чтобы было. Также у нас имеется документ, подтверждающий, что собака не является, что у нее нет заразных болезней, или что она не где-то похвачена просто на улице. Насколько я знаю, от коронавируса говорили, от коронавируса, что оно помогает. Но это не так. Оно помогает на легкие, на другие заболевания, типа, например, если вы кашляете, если у вас грипп, оно, да, поможет. Именно суп, а не то, что жарится. А если у вас именно коронавирус, и оно никак вам не поможет, потому что это совсем уже другое. На коронавирус совсем другие спросы идут, на другие лечения, но только не собака. Вот. Ёлка. Ты видишь? Белая, самая первая у нас появилась вот эта. Она была щеночком. На мусорке их было двое. Истощенные щенки. Кобеля мы пристроили, а девочку никто не захотел брать. Поэтому она у нас осталась. Но мы ее стерилизовали. Все собаки, которые у нас, все девочки. Потому что люди не любят мальчиков. В основном берут кобелей. А девочки, то, что рожают постоянно. Но все наши собаки, они стерилизованы. Это белая собачка. Иди сюда. Она была подобрана на ошском рынке с щенками. У нее сломана лапа. Щенков мы пристроили. Ее стерилизовали. Но тоже шансов пристроить их нет. Та собака, она тоже как раз-таки появилась у нас во время карантина. У нее тоже была травма. Ее тоже не удалось пристроить. Вообще, вот во время карантина многие люди начали на улице выбрасывать, да, потому что, ну... Говорили, что они переносчики, на самом деле собаки не болеют. А, ну, у нас не только собак, и кошек стали выбрасывать. Поэтому... Это почему есть? Кого удается пристроить, пристраиваем. Кого не удается, оставляем. Ну, вот, собственно, из-за этого мы и переехали в частный дом, чтобы они нашли место. Да, ну, вообще много для них не требуется. Достаточно один раз в сутки плотно кормить, и все. Ну, они вот... Живут у нас, каждый день варим.
кастрюлю каши кормим их, потому что домашнюю еду не выкормишь такое количество. Да, Кнопа? А вот у вас с детства, да, вот любовь к собакам? Да, у нас вот и тоже юный волонтер растет, он тоже у нас подбирает, приносит постоянно домой. Мы их купаем, обрабатываем. Лечили, да? Да, лечили. Было очень тяжело добираться до клиник. Мы брали разрешение, пытались найти выход, доезжали до клиник. Многие клиники не работали. Опять-таки волонтеры же кормят, выходят собак. Из-за того, что нельзя было выходить, да, вечером после 8 часов, было нельзя. Многие животные остались без еды. Волонтеры не выходили, соответственно, днем их не увидишь. И вот стали выходить уже в жилмассивов в этажки. В этажках стали вот по собачьей свадьбе, по 8, по 10 собак, постоянный лай. Как бы, ну, стало заметно, что людей нет. Собаки это поняли, что вечером можно спокойно гулять. И прям стаями стали ходить. И как раз в это время очень хорошо работали службы по отстрелу. Убивали их, прям в большом количестве убивали. Кого удавалось спасти, спасали. Самое, так скажем, плохо то, что они были животные, которых просто не добили. Не добили, они мучились. Таких животных мы, естественно, вытаскивали дробь, возили в клиники, лечили. Кого смогли, спасли, забрали. Сын у меня тоже часто таскает. У нас здесь на БЧК есть водосборник. Такое укромное место, так скажем, безлюдное. Туда очень часто выбрасывают, очень много выбрасывают. Мы с собаками гуляем, ну, на поводках, выходим гулять, и часто бывает. Оттуда приносим, он со школы идет, бывает, коробочку захватит, котят, щенков. Ну, отмываем, этот, обрабатываем отблок, листок, выстраиваем. Еще во время карантина же пошел такой слух, что животные, именно собачий жир, собачье мясо лечит. На самом деле это нет, это не так. Если мясо собаки плохо обработано, это не то, чтобы полезно, это даже опасно. Болезни, эхинококоз, как бы можно подцепить. Но люди не понимают, думают, что... Да? И что? Таких тоже много было. Собак прям наповально ели. Да? Обнимашечка. Они уже знают некоторые команды, лапу дают, знают, во сколько мы их кормим, лезут обниматься каждый, да? А что вы обычно им готовите? Мы варим куриные спинки, крылышки, требуха, мясные обрези, покупаем на рынках, остатки от мяса. Ну вот. Можешь дать? Обязательно каждому по мясу. Даю. Услышали. Услышали, что кушать, услышали, да? Воды тоже принеси, поплохо. Пойди. Каждый отдельно, потому что они не приходят. Thank you.
Питера. А вы понятия не имеете? А эти мать там есть? Проблемы не для машин, он не поспает. Имеет в виду, что... А кто это? Не такой. Бүгін үсімен неме? Күндегі дөйлі. Ешінде 500 мендей болды. Өйінші основның бетіксін. Көбірек болды да ұзақтар. Бүгінгі үсімен аяқтады, үйге кеттік емі. Негізі... Көчөк үсменінде ковидке барған жоқпыз. Ковидні балінойлары ташырған жоқпыз. Бірақ бұға чейін көлі жеткіз жүрдік ташып. Жеті жыл болып қалды. Башында өте деле айырма жоқ. Кіргені ұшындай деле олдыш. Азыр... Бұрын құдай деле шығы вызақтар қандай осы ұшындай. Иш бойынша о, вызақтар көйді бұл... Екінші валынасында аңшалық көп білінген жоқ мұ? Бірінші валынасында айуай ғайын болды да. Бірінші валынасында көп ел түшінік жоқ. Оғыры ойынша. Месталардағы байынсыларда жоқ қалып батпа. Біріншісі айуай валынасы ғайын болды. Бұнысында кішіне нормаль қарап, елдері ерте қайрылып больницаға. Ошасынан әлішене болбайды да, болдан келсе. Шыран әлік айтқан дәлі врач қалай қайрылыш керек, түз әлі. Сама әлішене, қана, етін жейіп, анан, немелерді жейіп, арқайсы. Болбайды да, мал, медицинский точки зрения время, да? Болбойт деген деме, да? Кейбір ошон күчөтү ишеттенан уже айыкканына да кыйын болуп атат да. Ұнтып араттырыны. Mm-hmm.